И мы будем идти на свет, который не погаснет. И там, где пока нас нет, мы попытаем счастье. По сути, нам нужно восхищаться друг другом. Восхищаться не лестно, а подмечать в человеке то, что он делает хорошо, и хвалить его за это. А мы чаще всего можем лишь нервно ругать, когда что-то уже происходит, а хвалить не удосуживаемся, принимая это как за само собой разумеющееся. А ведь в реальной жизни ответственность и должный уровень опыта сегодня в дефиците. Ведь благодаря этим качествам человек и начинает делать все хорошо. С самого детства выделяется наша личность. Каждый из нас хочет, чтобы его замечали, чтобы замечали его поступки. Если он не научился делать поступки, за которые им восхищаются, то от безысходности, желая получить тот самый сладостный ресурс под названием слава, человек начинает делать негативные поступки, которые принижают его и разрушительно влияют на разные уровни общества. Но при этом питают его славу и слух о нем. Человек своими поступками всегда желает привлекать к себе внимание, особенно в том возрасте, когда ему требуется самоутверждение в обществе. Такое происходит, когда, например, воспитание было неполноценным, не было хороших примеров от старших товарищей или вовсе отсутствовало. Со временем действующее длительное время такое поведение становится привычкой, полезной или вредной, созидательной или разрушительной, сберегающим энергию вокруг и внутри себя или растрачиваемую попусту. Спасибо за внимание, друзья. На этом сегодня все. Если у вас есть вопросы и предложения, пишите об этом в комментариях. Даже если застегну я рубашку, все равно душа моя нараспашку. В ней смешались все, как на экране, россиянцы и американе. Звезды мне ответит соловей.